Это все. Расскажи, это что все. Было. Расскажи, что было. Ну, здесь только лишь каркас один стоял. Здесь было пусто, все было продуваемое. Теперь вот сделали профнастилом. Ну, продувало. Сделали тоже. Арки, да. Хоть... Немножко поддувать будет, но это ничего не страшно. Снегом мы залепим. От пурги скрыться можно? Ну, от пурги уже господствующие. А двери-то не сделали они? Двери бы, двери, наверное, не положено. Это мы сами потом задвигушку какую-нибудь сделаем. Расписание даже. Во сколько приходит? Уже новое. Ну да. Ой, и объявление. По вопросам, связанным с освещением, обращайтесь в Барнаульскую дистанцию. Ух ты. Ну как. Говорят, что сегодня сделали, а сегодня у нас 7 июня. Да, да, вот укрыться это. Хоть от дождя, от ветра можно. Мы вот едем из Мамонтова, из Корщина, и решили здесь заехать сюда. Лавочки посидеть, поезд красивый. А ну иди сядьте, посидите маленько. А, наверное, крашеные нельзя садиться. Да, узнать надо сначала, крашеные или нет. Рельсы бесшовные, видите, вот он шов. Да. Вот кусок, и на 800 метров одна рельса. А как так? Ну вот так вот они длинные. Был состав 800 метров. Вот здесь вот они клин ставили. И вот смотрите, должны были бы они быть раньше были по 12 метров. Ну да. А сейчас вот пройдете, сколько-то и шва нету. Так а почему это? Жара его не изгибает. Ну вот именно была проблема у них. Электричество должно было идти. Сигнал, а сигнала не было. И вот они мучились, разрывало. То они трусы какие-то ставили туда. Так а сама от жары-то она в дугу показывали на снимках, как шла. Ну нет. Нормально выровняли они его. Так что теперь поезд идет, и то тудух-тудух. А сейчас этого нет, он просто шуршит и все. А вот до здания стояло здесь, вот под тополями. Уничтожили его. И вон туда в кусты утащили. Они по ошибке, нет, вот разъезд сломали. Им дали вон под этот Потеряевский, а не Подсёпновский. Ну а что сделаешь? Ну хоть понятно, что здесь можно выйти, а то в голом поле выходим, и даже проводники беспокоятся. Куда, говорит, вас высаживать? Ну там понятно. Хоть понятно, площадка какая-то. Потеряевку, как они возлюбили. Вот это да. Вот ехали, решили зайти, посмотреть. Для коляски даже можно, с коляской съезжать. Ух ты, вот это да. А что, ну-ка посмотри, это сиденье, это что, покрашено, нет? Морилка, да? Ну, красили то... морилкой, все жестко. Ну, если посидеть нельзя на нем приварено. Тебе? Ну почему? А ну посидите, я вас сфотографирую, а потом снимочек сделаем. Можно сидеть и ждать поезда. Вот это да. Замечательно. Леха, сидите, сейчас я фотографии сделаю. Да не надо, конечно. Ну фотографии сделаю, сядь на место, сядь. Редко такая, сейчас все здесь сниму еще издалека, как выглядит. Вот, говорят, власть не любит народ. Еще как любит она, Потеряевский народ.